Ничто не ново под луной. Быть может, и во всей вселенной. Но переменны мы с тобой. В нас перемены. Хотя бы раз в неделю, или там раз в две недели, полтора часа на этом англоязычном канале, паблик, если она пойдет там в титровом переводе, а нас узнает Америка, а нам есть что сказать Америке. То есть не только мы берем от Америки, но мы не меньше Америки и даем. Пустили наши внуки, которые сейчас отклоняются от нас в англоязычную сферу. Мы их теряем по языку. Если будет им интересно знать о нас больше, чем мы можем им сказать, это было бы очень полезно. Так, это одна из целей – приблизить к нам тех, кто от нас в силу обстоятельств отделяется. Речь идет о новой народной программе на одном из каналов, неважно какой это русскоязычный канал или англоязычный канал, на котором будет идти там полутора-двухчасовая русская программа. Ваше мнение? Это было бы очень хорошо, тем более, что есть аналоги непосредственно на американских каналах, которые на CBS и на других, когда они буквально делают классы школы. Я с моими коллегами был на RTN, RTVI, NTV. И что я понял, это следующее. У них все планируется, все приносится, привносится оттуда, с России. Здесь, в Америке, есть очень много талантливых людей, которым есть что сказать. Это и в сфере культуры, и в сфере науки, и в сфере техники. Очень много людей бы двойную, тройную пользу Америки. Да, вне сомнения. Если будет рассказываться о людях, которые здесь живут, об их материальных, физических, медицинских и прочих проблемах. А вот многие, или, например, русскоязычные, знают историю Нью-Йорка, историю вот Бруклина. Это телевидение. Я, например, сейчас покупаю это русский базар, только потому что там идут постоянно статьи об истории Бруклина. Сейчас пошли по истории Квинса. Мне это интересно. Считаю, что нас здесь вообще нет. Нет ни наших проблем, ни наших тем. Не всего того, что нас волнует. Вот ваше мнение, какое телевидение нам нужно. Кстати, и нужно ли оно нам вообще? Мне бы очень хотелось, чтобы русские каналы говорили о наших насущных проблемах. Потому что такая программа нужна. Нужна. Точно. Понятно. Я лично считаю, что нам очень нужен канал для того, чтобы нашу общину, все наши проблемы, все наши, все, что у нас есть, достижения все наши, показать по этому каналу, поделиться со всеми людьми, со всей страной, чтобы они о нас знали. Вот. Государство надуло всех нас, я имею в виду не только русскоязычных, но и американцев. Выдав ваучеры по 8-й программе. Это проблема, которую все замалчивают. Понимаете, американцы, они слишком честные, их слишком редко обманывали, и они верят. А нас обманывали людей, и мы видим, понимаете, у нас огромный интерес, мы видим это тоже. Но сказать об этом мы не можем, нам негде сказать, понимаете? Без русской печати, без русского радио, без русского телевидения нам обойтись просто не удастся. Почему? Почему? Потому что мы приехали из страны, скажем, из стран, где всю жизнь, начиная с детства, говорили по-русски. Мы обслуживаем, если вообще это слово уместно в данном случае, мы обслуживаем наших земляков, которые говорят по-русски, думают по-русски и ищут именно те материалы, которые созвучны их мыслям, их образованию, их воспитанию. В
конце концов, их душе. Давайте будем выражаться высокопарно, почему бы и нет. Окей. Чтобы наша община, и не только наша община, чтобы американский народ жил лучше, значительно лучше, должна программа такая существовать. Дойдет это и до других общин. И может до итальянской, до китайской, до корейской. Это не имеет значения. А добротом, о положительном говорить не надо. Я объясню почему. Потому что для такого, так сказать, разумного существа, как человек, это данность. Судя по тому, что имеется 4 русскоязычных телеканала, значит, есть достаточное количество людей, которые из телеканала смотрят, и не только в Нью-Йорке. И вот среди всех этих телеканалов практически нет ни одной программы, которая бы отвечала наши внутренние дела, наши внутренние проблемы, наши интересы. Когда мы в газете подняли вот этот разговор, эту дискуссию, нам пришло огромное количество писем, телефонных звонков, очень много приходило на наш сайт, на интернет и так далее. Люди предлагали массу интересных тем и массу интересных проблем, которые, по идее, должны волновать всех. И вот возникла идея попытаться сделать свою программу, где все темы, все мысли, все проблемы шли бы не от ведущего, который сами выбирает и предлагает телезрителям, а шли бы снизу, от вас. Любой человек, любой, вне зависимости от его статуса, возраста, национальности, партийной принадлежности и так далее, может прийти и высказаться по той теме, которую он считает важной. И еще один момент. Мы постоянно поднимали проблему, что такое вот наша русскоязычная община, существует она или не существует. Не скрою, что я апологет того, что этой общины нет. Есть масса людей, которые говорят на русском языке, у которых одинаковые привычки. По нашим традициям воспитывают детей, читают одни и те же книги, но это не есть община. Община, когда есть общая цель, общие задачи, общий лидер, общие интересы. У нас всего этого, к сожалению, нет. Я Зиновий Гинзбург, член Ассоциации ученых американской, ветерана войны. У нас на сегодняшний день общины нет. В начале 90-х годов и радио, и телевидение общины и вопросы хорошо решали. Русское слово, там нам пишут. О чем пишут? Как нам устроить Россию? И, кстати, сейчас российский вектор намного преобладает над американским вектором. Если бы у нас была община, то вопросов бы не было. Мы имеем фантастический опыт выживания в стране, вот если мы выжили там. Если мы, пробив все барьеры, приехали сюда, и здесь, опять-таки, что такое миграция, вам объяснять не надо. И при всем этом мы как-то стали на ноги, воспитали своих детей. Если мы смогли это, то мы уникальные абсолютно люди. И ужасно обидно, что вот весь наш потенциал, интеллект, образование, жизненный опыт пропадают в туне. Я могу сказать, что наш потенциал, наши организаторы, люди, которые призваны или взяли на себя труд, обязанность организовать общину, они общиной не занимаются. Потому что невозможно не организовать вот эти залежи, которые у нас имеются. Мы можем говорить о разных проблемах здесь бесконечно, но мы же их не решим. Мы их не решим. Надо делать так, чтобы мы могли своим глазом, новым глазом, менять здесь закон. Я пишу, заканчиваю в этом году инаугурационную речь первого российского иммигранта, как бы выбранного президентом Соединенных Штатов Америки. Как обустроить США, а заодно с ними и весь остальной мир.